В исполнении Дианы Казаковой и Олеси Логиновой сентиментальный вальс Чайковского завораживает и заставляет забыть о суете зимних будней. На языке музыки нам рассказывают историю человека, который возвращается в молодость, вспоминая бал, на котором он когда-то танцевал. Но это было давно, поэтому, едва успев начаться, порывистая мелодия вальса угасает, уступая место светлой грусти. Хорошо знакомого чувства, которое охватывает человека при мысли о беззаботной юности. Чистота эмоций и безукоризненность исполнения принесли Диане и Олесе Ивановне диплом лауреатов первой степени на международном конкурсе концертмейстеров «Маэстро» в Москве. По словам преподавателя детской школы искусств Валентины Горбуновой, другого исхода она и не ожидала. Сейчас время очень сильных детей, даже маленьких. Этот ребенок талантливый, в него можно вкладывать, с ним заниматься побольше, потруднее давать, и он разовьется. Концертмейстерскому делу в детской школе искусств учат с 5 класса. Это обязательная часть программы. Она развивает главное качество любого музыканта – умение слушать. Не только себя, но и партнеров по сцене. Как и в спорте, когда один член команды своими неумелыми действиями может похоронить игру, в музыке важна слаженность. Даже неискушенный слушатель сразу почувствует выбивающиеся ноты или плавающий ритм. Поэтому без такого предмета, как концертмейстерский класс, просто не обойтись. Они изучают его для того, чтобы научиться взаимодействовать с другим инструментом, научиться его слушать. Научиться выстраивать совместную динамику, совместные движения. Расширяет очень кругозор учащихся, и помогает им глубже понимать искусство музыки. Сейчас Диане Казаковой 13 лет. 10 из них связаны с детской школой искусств, куда еще совсем маленькой ее привели на курсы раннего эстетического развития. Немного повзрослев, девушка остановилась в выбор на музыкальном образовании, отдав предпочтение фортепиано. Диана признается, что общение с инструментом дарит ей бесценные чувства, с которыми не хочется расставаться. Она по-своему затягивает, то есть ты играешь, ты растворяешься в этой музыке, и ты как бы погружаешься в свой мир, и тебе это приносит очень много положительных эмоций. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.